Поворотно-складная сдвижная система безрамного остекления Tiara Max Flat предназначена для остекления проемов высотой до 2,5 метров, поэтому и створки в ней используются довольно внушительных размеров, как для поворотно-сдвижных систем террасного типа. Ширина стеклянных панелей может достигать 80 сантиметров. Система безрамного остекления Tiara Max Flat является производной от системы Tiara Max. Створки в ней также перемещаются по верхнему и нижнему направляющим профилям и собираются в удобную пачку у одной или двух сторон проема, подобно книжке, перпендикулярно линии остекления. Основным ее отличием является конфигурация и высота нижнего профиля. Благодаря тому, что высота нижнего профиля системы составляет 22 мм, система Tiara Max Flat может применяться для остекления проемов, через которые планируется частое перемещение людей. Такой низкий профиль абсолютно не мешает хождению через открытый проем на террасе или в беседке. Система Tiara Max Flat предназначена для остекления террас, веранд, беседок, кафе, баров, ресторанов. Парковочная зона системы раздвижного безрамного остекления Tiara Max Flat является мультинаборной, то есть имеет возможность устанавливать практически неограниченное количество парковочных пластин, на которых створки поворачиваются, складываясь у одной из сторон проема. Такая конструкция парковочной зоны также позволяет производить сервисное обслуживание локально без нарушения целостности всей системы. При правильной установке пластин в парковочной зоне системе не нужны никакие дополнительные элементы для корректной работы. В боковых профилях проема есть два ряда резиновых уплотнителей, что позволяет, в отличие от аналогичных систем, обеспечивать повышенную герметизацию по бокам проема. В закрытом положении резиновый уплотнитель плотно прилегает к стеклу, защищая помещение от проникновения дождя, снега, пыли и ветра. Уплотнители между подвижными створками выполнены из комбинированного прозрачного пластиково-силиконового материала. Они обеспечивают защиту от дождей, ветра, снега, пыли и грязи. Для фиксации стекол в створочных профилях, кроме полимера, в данной системе применяются прочные штифты. Они позволяют стеклам не выходить из крепежной камеры профиля при сильном солнечном нагреве полимера и надежно фиксируют стекло в профиле при очень сильных ветровых нагрузках и порывах ветра. Профили системы могут быть окрашены в любой цвет согласно каталога RAL, а стекло тонировано в массе под бронзу или графит. Также стекло может быть матировано пескоструем или химическим травлением. В системе Tiara Max заполнением служит закаленное стекло 10 мм. Ролики системы Tiara Max Flat обеспечивают тихоходное и плавное движение створок в проеме. Обоймы роликов выполнены из прочного в меру эластичного материала, который покрывает поверхности двух подшипников закрытого типа. Все металлические элементы системы выполнены из нержавеющей стали. Уплотнитель между нижним профилем проема и нижними створочными профилями устанавливается по желанию заказчика. Выбор зависит от того, в каких условиях будет применяться перегородка – экстерьерный вариант или интерьерный. На нижний створочный профиль устанавливается два ряда фетровых уплотнителей. В верхней части проема между верхним несущим профилем и верхними профилями створок по умолчанию устанавливаются два ряда фетровых уплотнителей. Конструктив и материалы системы Tiara Max Flat подобраны таким образом, что она полноценно выполняет свои защитные функции в любое время года, обеспечивая панорамный обзор изнутри остекленного помещения. Система Tiara Max Flat придает респектабельный вид фасаду объекта, оставляя его прозрачным.